было в этой программе. Но, и, кстати, оценка за артистизм ведь превалирующая в произвольной программе. Да, да, да. Но и если при равных оценках за технику. Да, безусловно. Но тут что мы имеем? Два четверных, да еще в таком замечательном каскаде, это раз, это что касается техники, а во-вторых, Ягудин-то после короткой все-таки не на втором месте был, а на третьем. А это не играет, произвольно заряжает. Ну, решает. Одинаково, если ты хочешь первую тройку, то в зависимости как ты произвольно. Кто выиграет произвольно, то становится первым. Ну вот техника какая. Ну, шикарно. Шикарно. Ну и шестерки за артистизм. Ну вот этого я не ожидал, честное слово. Такого количества шестерок за артистизм. Да, 4, 5, 9 и... 5 оценок 6-0. Ну, таких оценок еще не получал. В таком количестве нет. Я вам хочу сказать, что он их заработал за весь сезон. Он их заработал и своей короткой, и своей произвольной, и за весь сезон. Это безусловно. Смотрите, удачный старт в Германии, в России, в Японии. Практически безошибочное выступление и короткой, и произвольной программы. Вот сегодня еще. Здесь ему не удался только один каскад. Но мы знаем, что там должен был быть каскад. С другой стороны, там должно было быть еще. Да, он же прыгал, помните, в Питере, еще с тройным тулупом. Но ничего, это все равно, это программа из разряда тех, которых мы еще не видели. Чемпионское катание.